И теперь у нас операция по формированию передней поверхности. Вот, первое, мы устанавливаем щипчики, то есть упираем их вот в эти вот пины, да, то есть их уперли, открываем, ну, по крайней мере, 90 либо чуть более, и вот этой вот площадкой, я не вытаскиваю ее вот сюда, да, то есть я ее упираюсь вот прям в сами краешки, ну, то есть краями этой прижимной площадки я упираюсь в ручки. То есть затянули, наживили, еще раз раздвинули, как нам необходимо, и уже дотягиваем. Сейчас я эту штуку тоже затяну. Вот, и мы уже, то есть дотягиваем до того момента, чтобы мы понимали, что все, у нас ручки зафиксированы. То есть чтобы в момент уже формирования передней поверхности, не дай бог, у нас, чтобы сами щипчики не сваливались, да, то есть в какой-то из боков. То есть, соответственно, подвели, настроили, то есть еще раз руку сюда, вот эти все барашки расслабили, чтобы у нас была как бы динамика и вверх, и вниз, да, вот. Ну и, соответственно, обороты, опять же, будем, наверное, делать, ну, я работаю на 2000 оборотах, вам рекомендую, опять же, поверхность круга новая, она не засаленная, вот. Ну, понятно, да, что вам продали станок с новыми кругами. Вот. Я лучше рекомендую сделать 1500 оборотов. По началу. То есть до 1500. Убираем. Вот, нормально. И все, и пошли. То есть легким. Левая рука у нас вверху. Правая рука внизу, то есть мы делаем подвод непосредственно к кругу. И делаем первую проточку, как бы смотрим. Вот. То есть опять же мягенько все это проделали. Опять же, не вытаскивая щипчиков, мы сняли, вытащили держатель. Вот, собственно, я переднюю поверхность сформировал полностью всю. Вот. То есть переднюю поверхность мы сделали. То есть опять же барашки к себе, да, то есть делаем наклон и уходим на другую сторону. Здесь все то же самое. То есть как бы здесь, ну, я уже прокомментировал. Так, проверили, что у нас все затянуто. Настроили свет. Опять же вы видите, да, что я левую руку и даже правую подвожу ближе к вершине держателя и потихонечку начинаю съем. Ну, абразив новый, снимает шикарно, то есть здесь как бы переживать, что вы там прижгете. То есть самое главное, ну, я рекомендую учиться работать вот в динамике, да, то есть чтобы у нас движение по кругу все равно небольшое было. При этом давление прижима прям вот регулируйте на самый минимум. Ну, я имею в виду руками. Теперь мы это все расслабили, барашки, вернули в то состояние, в котором оно было. Вот, и здесь уже, ну, проверяем предварительно. То есть, как бы вот я сформировал правильно, при смыкании у нас нету расхождения там такого грубого либо носика, либо пятки.